Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, мы продолжаем говорить об отцовстве. Есть одна очень важная истина, которую я хотел бы сегодня вам дать, дорогие друзья. И она очень интересна, и очень многие женщины скажут, да-да-да, я так и говорила, я это и знала. А многие мужики скажут, что я говорю какую-то ерунду. Но я хочу сказать следующее. Мать в доме – это термометр. Она знает, когда наступают проблемы, когда эмоциональный фон становится трудным или легким. Она быстро определяет, что происходит, накал страстей или же спад, где веселье и так далее. То есть, глядя на женщину в доме, вы можете четко понять, насколько хороша атмосфера в этом доме. Но если мы говорим об отце, если мы говорим о мужчине, то он выполняет роль термостата, то есть человека, эту атмосферу определяющую. По нему не скажешь, по нему не видно, но именно он задает тон. Если вы поймете это, дорогие друзья, если вы осознаете это, если вы возьмете ответственность на себя, поверьте, все в вашем доме изменится.